Семена колокольчика среднего Campanella lavender, Campanella lavender, представляют собой декоративное однолетнее красиво цветущее растение. Данный сорт используется для создания групповых посадок с цветочными культурами, для оформления каменистых горок и для посадки в горшках. Расти предпочитает на дренированном грунте на солнечных участках. Растение относится к карликовым, в высоту вырастает не больше 20 см. Цветение обильное, весь куст усыпан цветками. Первые соцветия распускаются в июне и цветут до осени. Цветки нежно-сиреневого оттенка. Колокольчик средний Campanella lavender – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, каменистых горок, газонов. Колокольчик прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола колокольчик средний Campanella lavender можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания колокольчики прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает колокольчик средний Campanella lavender в месяц июль, июнь, август. Интересные цветы колокольчик могут быть до 4 см. Лист этого прекрасного растения по форме овально-продолговатый. Обратите внимание, что колокольчик средний Campanella lavender – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lafa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.